Всем привет. У нас гоночки. Я уже немножко размялся, так сказать. Теперь осталось показывать результат, но не думаю, что мне будет вести прямо уж так. Плыву. Нифига не видно. Вот это что случилось? Да, не повезло мне. Так, ну, конечно, на очень большой результат и рассчитывать как бы нечего, но все равно. Это уже нечистый пролет там, туда-сюда. Хотя топливо осталось нормально. Так бы все время. Просто подзабыл, что здесь надо. Задумался о том, что... Ой, как мне повезло, что я не врезался там на спуске. В него, когда он взорвался. И забыл сбросить скорость. В принципе, не очень плохо. Можно было бы на 3 секунды побыстрее. Два ноль одна. На 9 секунд у него лучшее время круга. Я с ним же тоже в этот же трассу только что летал. Не зафиксировал, но... Наблюдения такие. Что осталось за кадром, рассказываю.
сегодня столкнулся с такой проблемой. Ну, как это проблема? В общем, у отца, у него по счетам лимит, ну, за телефонный тариф, ну, как бы, масковые счета, так просто, за телефонные счета ему, он там приблизительно у него накапливается деньги, и он платит. И он работает за границей, и у него эти, в роуминге деньги набираются, приблизительно, ну, скажем, в месяц 100 евро, да? Ну, грубо говоря, там, ну, 50-100 евро, да? И вот 100, у него 100 евро лимит, он так поставил себе, что он больше 100 евро, типа, разговаривать не будет. И вот сегодня я ему пытаюсь звонить, а роуминг у нас по Европе отменили полностью. Я ему пытаюсь звонить, и у него, ну, как говорит, что у него по какой-то причине, что отключен телефон. Я, короче, ну, так до него не смог дозвониться, звонил, пошел в контору, взял его паспорт, свой паспорт, пошел в контору, рассказал ему ситуацию такую, говорю, что телефон им дал, что вот, типа, такой-то, ну, галдеж трубкой мне, и, мол, что мне делать, ну, как бы, что случилось, почему такая фигня происходит. Они говорят, что этот, что по счетам, ну, типа, 101 евро, типа, лимит превышен. Ой, кто это там? Сейчас финишируем. 17. По счетам лимит превышен. И, ну, я, в общем, ну, ладно, развернулся, там пошел такой, думаю, что, ну, и все. А, ну, как бы, ну, думаю, ну, нифига, ну, как бы, вы себе продумал. По счетам, и я ему звонить не могу, у нас, как бы, входящий не оплачивается. Ну, как бы, входящий бесплатный звонок. Если тебе кто-нибудь звонит из другой страны, как бы, то тебе бесплатно. Ну, не с другой стороны, а просто тебе звонит кто-то, то ты не плачешь за то, что он тебе звонит. Только плачешь за те звонки, которые ты сам совершаешь. СМС-ки там и так далее. И, ну, конечно, интернет не считается, там тариф как бы именно за мегабайт идет. Сколько загрузки. Ну, уже каждый раз такую выбивает. Не, картинку. И спрашиваю у них. Они мне говорят, что у него задолженность. Ну, я пришел, вернулся обратно, спрашиваю, типа, а, ну, как бы там договорился, поговорил, что, типа, это отплатить нам, там, туда-сюда, там, ну, с братом переговорили, что надо ему как-то, а он там, ну, ему в деревне, там, ему вообще, ну, как бы не выбраться никуда. Ну, конечно, по Wi-Fi он мог бы позвонить, но не знаю, чего он не звонил, может, что-то там пропал в выходные. И они мне говорят, что у него 67 евро задолженность, типа, за месячное там, поэтому... А с таким еще этим... С таким видом, что типа... Ой-ой, задолженность такая. О, как появился. Ничего. Я такой думаю, что охренеть. Ну, конечно, может, они посмотрели, у меня там телефон такой. Ну, я как бы телефон им... Пользуюсь очень стареньким таким. Я им говорю, ну, типа, говорю, вот, ну, типа, номер посмотрите вот здесь. Ну. Ну стой, хватит крутиться. No!
Ну и вот и все. Ну и вот столкнулся с такой, так сказать, проблемой. Никогда не сталкивался с таким, чтобы из-за того, что телефон отключен. Из-за того, что как когда-то там 2 месяца назад он по счету не заплатил. Ну а что там вот за лето идут? Сейчас роуминга нету, у него за лето идут. Знаете, там по 20 евро. Он просто 4 месяца подряд не платил. Из-за этого как бы вырубили. Еще не научился здесь так вылетать, просто, так сказать, тренируюсь. Как тетелька в тетельку. Такие истории происходят в Эстонии. Больше всего меня поразил это их вид такой. Такие, блин, ой, что тут? Ну, главное, что без, ну, без там секретного слова, там какое-то там у них там есть секретное слово, там и так далее. Без, ну, как бы самого присутствия человека, как бы мне счет дали, по которому мне оплачивать. Конечно, вот этого я не ожидал, но... Ну, прифигел. Блин, вот как он вырубился на ровном месте. Даже скорость тык-тык-тык потихонечку. Еще не зафиксировал. А, нет, 12 зафиксировал. Нет, не зафиксировал. А, это 13. Это теперь новая методика. На один чекпоинт перетащили. При боковом подлагивает немножко. Я как бы замечаю вот это прыгание картинки. Если на бусте поворачиваю резко. Замедленная. 2 минуты.
checkpoint. Три 30 за круг. Блин, да ты дышь, блин, содрало. Давай быстрее, закрывай. До самого конца будет, пока уже в меню обратно не выскочи. Я ее знаю, а нет. Хоть звук вырубай. Конечно, цель моя сейчас не гонки. Просто хочется немножко разбавить. Ну, не то, что разбавить, а практиковаться, так сказать. Нормально. Перепутал кнопки, придется клеить видео. Ну, как это неохота.
Стармарин. Что за кастомайз? Пробую с... со слабым оружием побегать. Ой, ну... с легкой броней. Это Last Stand. Это Last Stand. Вот сюда. Какой вот... Я же выбирал Стармарин. Броню выбирал. Я оттуда же зашел. Last Stand 250. Как я туда попал? В полеты. Я вот еще раз до этого тоже так сделал. И думаю, что может. То же самое произошло. И третий раунд. Конечно, это уже долго. И одна граната. Только бегай шустренько. Передвигается, конечно, значительно шустрее. Ну, не помню, на ГФ что ли гранат. Нормально. Кто-то нас круто убил. Сразу двоих. По одному выстрелу на каждого. Respawning. Кого-то убил после меня. Опять один выстрел. Control point contested. Protect the control point. Respawning.
Ты что будешь делать? Мне почему-то не верится в их непрофессионализм. Мне кажется, что они какими-нибудь кодами пользуются. Слишком уж иногда отъявлено. Да что там, граната бессмысленная. Кидаешь ее, все видят, куда она летит. Надо бежать в руки ее держать, и после этого только кидаешь. Это безумие какое-то. Пока она не взорвалась там. Еще подрасчитать, пока там кто-то. Я попал по кому-то. Конечно, мне надо 40 выстрелов, в отличие от них. Да ладно, перезаряжает. Я уже начинаю нервничать на ровном месте. Хочется, но никак. Хочется куда-нибудь в первую тысячу хотя попасть, а не 11-тысячное место занимать. 5, 4, 3, 2. Мне кажется, что я... Мы как-то подостойнее боец, чем на данный момент Vision. Хотя, может, это и правда. И уже... 3000 пинг, о, 2500 найти.
вылетел. Или нет? Угу. Как у нас сейчас очки полетят? Теперь вот этот, который набирал там убийств много, теперь за нас играет. Он там одного за одним гасит. О, его убили, надо же. Низакхан. Низакхан. Control point contested. Где Джимат? Не отжали. Лечится он здесь похуже, чем с тяжелой брони. Нормально. 11 убийств. С7, 8 убийств. Стояли они бы с автоматными очередьми. Народ только валили. Accessing control point. Отжали.
Ну, чё ты не лечишься, ну? Control point contested. Don't let them take the control point. Respawning. Прощение. Control point contested. Protect the control point. Round over. We've been assigned a different infiltration point. Let's use it to our advantage. О, чудо, не убили. New round. Да отсюда прыгать, ноги сломаешь. Да. Спавнинг. Respawning. Нафиг не пойду, там не особенно мне везет. Так, Б захвачено, мне надо на С или на Д. Д туда. Чё мне тут закрыт полег?
А, я могу сюда бежать? Это наша точка. Ё-моё. Control point contested. Don't let them take the control point. Так, немного туда надо бежать. Сейчас быстро порвем их. Куда-то стрелял не в тему. До свидания. Раунд овер. Матч овер. Маринс win. Mission accomplished. But that's just what Marines do, isn't it? Pack it up and let's go home.